Телеканал КРТ представляє. Віталій Кличко благословив старшого сина на поход в мера Києва. Вот. І це було в день рождения самого мера Києва. Старший син Єгор, это он процитировал, или точнее это я же процитировал его Facebook, сделал мне подарок на день рождения, сказал, что идет в мэры Киева. Благословил его, конечно. Но тут же сразу... Поставил смайлик. Да, сразу же возникла версия, что это какой-то кличкизм очередной, да, какой-то троллинг, что реально, ну, два Кличко на одних выборах, это уже too much. Раньше было брат за брата, теперь сын за отца. Не, так, а на самом деле, а кто запрещает, в общем-то, пусть даже братья, теперь сын, всем пойти на выборы мэра? Правильно. Но смотрите, вот просто будут списки. Кличко один, Виталий. Да. Кличко Владимир, Кличко Егор. Зачем искать? Дюма отец, Дюма сын, Дюма мать, да? И человек такой получает бюллетень. Три прям друг за другом. И во второй тур выходит два. Не, ну понимаешь, он же не сказал, что он хочет пойти, например... Завтра. Не-не-не, не завтра. Что сын Кличко хочет вот прямо так вот сразу, прямо со старта, не мэром стать Киева, а, например, там, ну, я не знаю, там, спикером парламента или там, я не знаю, каким-то там, ну, высокопоставленным. Он же просто как папа, по следам. Как помните, как Хазанов когда-то рассказывал, да? Что мы за семейный подряд. Так папа сначала был в Раде. Ничего больше. Вот мама была там, бухгалтера Сидоренкова, дочка была бухгалтера Сидоренкова, и внучка будет не более, не менее бухгалтера Сидоренкова. Ну вот видишь, папа мэр, сын мэр, а там внуки подрастут. Так можно начать с какого-то поменьше городка, а там ну, потренироваться. Нет, я какие-то бровары. Ничего зазорного не вижу. Просто семейный подряд. Это помните, как в том одесском анекдоте, что Карл Маркс экономист, а старший экономист это тетя Роза. Ну вот как бы... Да, у каждого батьки должен быть свой Коля, да. Подрастающий. Да Коля вы будете президентом. Коля и буду. Про Колю у нас там потом вообще будет. Нет, ну смотрите, но если говорить про Егору, да, Егора, то если он хочет повторить путь отца, то, наверное, сначала ринг. Ну, правильно? Ну, если так уж повторять. Ты сейчас так договоришься, что будет еще Егорный бизнес, понимаешь? Потом Рада, потом какая-то новый удар. Ну. Новый удар можно назвать. А почему ринг? Ну как это? Сначала же был боксерское прошлое. Не, ну подожди, не всегда же дети повторяют в талантах своих родителей. А в чем талант вообще, Егор? Ну, да, спортивный имеется в виду талант. Не, я не знаю ничего про Егора, но просто обычно так два раза не попадает в одну воронку, ты же знаешь, мне вообще кажется, что 99% людей вообще узнали вот из этой новости, что есть Егор. Хотя, с другой стороны... Можно этот день, кстати, отмечать как новый день рождения, мне кажется. Как вариант. Хотя, с другой стороны, если он не такой удачливый... Если он не спортсмен, я же не знаю. Может, он Цицерон, понятное дело, что он не такой удачливый, наверное, как папа. Значит, у него таланты в другом. Может быть, будет более удачный, чем папа на посту мэра. А вы не знаете, вдруг вариант. Егор снимает папе ТикТок. Вы же не знаете, кто это делает. Ага. А вдруг вот так вот дети приобщают да, родителей к великому. Мыть перчатки, стричься. Может, вот это все Квентин Карантина. Вот вдруг это все продуцирует как раз молодое поколение. Да нет, ну ТикТок-то хорошо, конечно, но если это будет предвыборная кампания и базис для нее, то в Киев и жизнь в ТикТоке, ну, как-то, наверное, странновато будет выглядеть.